Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Итак, дорогие мои подписчики, по просьбам многочисленным моих подписчиков, молодежи, попросили снять еще раз южнокорейскую одежду. Мы тут раз снимали, уже вечер был. Я хочу снять еще раз эту одежду, потому что многие ее интересуются. Вот, пожалуйста, визиточка. Так, вот, ребят, визитка южнокорейской одежды. Также, ребята, есть ВК, можете зайти на мою страничку, и я вам скину ссылку их странички под это видео. Поэтому, если кому надо, заказывайте. Светлана, скажи, пожалуйста, а отправку делаете товара? Делаем. Да, отправку товара делают транспортной компании любой, поэтому можете любые брючки выбрать, любые кофты, спортивки, и Светлана вам отправит. Поэтому, ну давайте, здравствуйте еще раз, да. Ага. Они сейчас идут с начесиком. С начесиком, ага. Такие же брючки. Ага. Тепленькие, ага, вон, посмотрите, какие теплые. А цена сколько вот это в розницу такие? 3000, костюм 6500. Когда приходят наши клиенты, мы отдаем его за 6. Ага. Очень модные, толстые. Погромче, а то это плохо слышно будет. Новый нарак, очень красивый. Ага. Посмотрите. Таких на рынке нигде нет. Новинки. Интересная, да, такая кофта. И сколько такая кофточка? 3500. И мальчики, и девочки. 3500, и мальчик, и девочка. Так, а вот эти сколько вы... Если отдельно же можно? 3,5, да, кофты. Вот эти тоже, да, 3,5? Есть по 2500. Вверху 2500, да. Девочки, мальчики тоже. Вот. Давайте я вам покажу поближе. 2500. Тоже есть эти модельки все в интернете на фотографиях. Можете посмотреть. Новые мужские модели, теплые. Ага, тепленькие такие, хорошие. Здесь и карман, видите? Так, капюшон. И сколько цена? 2,5. 2500 цена. Так, а вот эти вот я сейчас увидела. Ага, вот давайте. Тоже тепленькая, да? Теплая, тут прям хороший начес идет. Ага. Мех. Ага. Тоже классная. Модель. Смотрите, какая. Так, и сколько? 3,5. 3500. Так, вот такого плана тоже. Это спинка у нас. Ага. А эти сколько? Интересно. Сколько? 3500. Так, а что еще у нас? Давайте нам показывайте наши молодежи. Брючки. Как они правильно? Джокеры? Джоггеры. Посмотрите. Да, мы тут раз показывали, но было темно. Вот такие интересные джоггеры, кто любит. Размеры и цена. 3000, 42 по 52. По 52 размер. Хорошие. Смотрите, модели разные. Угу. 3500 до 52 размера. Так, а вот, смотрите, с замочками такие интересные брючки. Кармашки так интересно сделаны. Смотрите. Тепленькие, кстати, можно вот... ХБшечка. Ну, да, ХБшечка. И, а, эти мы показали. А эти сколько? 2,5. 2500. Так, что у нас еще интересного? Пойдемте внутрь, посмотрим там. Давайте. Так, покажите нам. О, ветровки. Вот это что это? Есть. Это мантия. Ага. Это накидочки такие, кардиганчики идут. Ага, и сколько они? 3,5. А размеры? Тоже до 52. Ага. А это футболка отдельно, да, уже? Футболочки отдельно. С черепами, да? Сколько? Футболка, такая футболка. 1000 рублей. 1000. Качество такое хорошее прям. Так, а что еще? Красивые. Ага, давайте вот так, ага. Размер, цена. Так, 4,5 такая мантия. Размеры норма идет до 52 размера. Угу. Угу. Так, показывайте, что еще. А то вы прям все попрятали, смотрю. Женская мантия. Давайте. Очень красивая. Ага. Внизу так интересно сделанная, да. Угу. Цена? 3000. Угу. Оно идет с кофточкой уже или отдельно? Нет, кофточка отдельно, да? Чтобы...
ага. не сливалась, ее нужно сочетать с беленькой. Ну да, да, да. Платья красивые. Сейчас покажу вам. Так. И вы же работаете и оптом, да? Ну, у нас в основном розница. В основном розница. Да. Угу. Платье до 56 размера. Цена? 2500. 2500. Платьев много. Сейчас еще покажу. Сейчас нам платье показывайте, показывайте, вытаскивайте, вытаскивайте нам для наших пышечек, пищечек. Вот смотрите, какой. С 50 по 56 угу. хлопок. Угу, до 56 размера. Красота. Угу. Цена? 2500 все платья. Все платья 2500. Такие, трикотажные. Угу. Вытаскивайте, вытаскивайте моим девочкам. Ага. А вообще самый большой размер, скажите моим женщинам. Ну, 56 есть. Есть у нас еще модельки до 60-го. До 60-го есть, да? Да. Угу. Так что, девочки, выходите. А если моя подписчица захочет через видеозвонок, можно вам позвонить? Можно. Выбрать модельку? Да. Да, девочки, можно. Через видеозвонок вам выберут и отправку сделают, если кто захочет заказать себе такие платьишки. Да и вообще кофточки. Сейчас мы вам покажем еще, что у нас тут есть. Угу. Такие платья. Да, да, вот это тоже. И под спортивное можно что-то да, одеть. Да, они с кармашками такое. Идут. Угу. Размеры? Удобно, до 56-го. Тоже 2500, да? Да. Угу. Ну, сейчас в основном толстовки. Так, толстовки. Давайте мы покажем, какие мы еще не показали. Тоже они теплые, угу. утепленные. Размеры и цена? 2,5. Норма тоже, 50-52. Ага. Яркие. Яркий тоже, ага. Так, есть у нас курточки, мы в прошлый раз показывали. За ними, кстати, приходили. Ага, вот, смотрите, какие классные куртки. Вообще, куртки-пуховик. Да, очень такой вот. Тоже и на рост любой, и мальчики. И размеры, девочки. Цена? 7,5. Давайте, до давайте. До 56-го, пока. Я думаю, они пойдут. До 56-го размера, да? Такие смотрите, модные. Какие красивые. Просто бомба. Сколько вы сказали цена? 7500. Плюс еще мы делаем скидку. А если придет от канала Тамара Шик, да, скидку сделать? Приходит, да. От канала Тамары Шик. Да. Девочки, приходите. Смотрите, молодежка особенно любит такие вещи. Да и я бы вот такой даже одела бы. Смотрите. На меху. Тоже с переходами такой. Кореечка. Ну, идет. Цена, размер? Тоже 7,5 норма, до 52-го. До 52-го размера. Так, еще, а для мужчин что-нибудь, курточки есть какие-нибудь? Мужские. Сейчас нам покажут. Вытаскиваем все. На раку уже показывали, наверное. Да, да, да. Вот, смотрите, с кармашком. Боковая молния, две боковых молнии. На раку он очень теплый и тоненький. Удобно ходить, заниматься делами. Да, и вот, я тут раз показывала, да? Все, да? Отстегивается и... С кармашками. Ну, это было темно, а сейчас-то светло. Очень да. Хорошая. И сколько? 4,5. Размер самый большой? 2XL, ну, тоже, наверное, 52-й пойдет. Угу. Так, давайте нам еще показывайте. Ага. Во. Так, кто у нас за рулем? Да, классные, меховые. Да. Ага. Размер? Самый большой. 2XL. Можно любые штанишки к ним подобрать. Угу. Получится красивый костюм. А, вот. Ага, и костюмчик, пожалуйста, тебе. Модно, стильно и красиво. Так что заходите. Мальчики, тоже покупайте. Хорошую, качественную южнокорейскую одежду. Так, а что у нас еще есть? Светлана, давай нам... Женские автоледи есть. Автоледи. Это девочки, которые за рулем, им нужно сильно много одеваться. Да, да, да. Посмотрите, какая классная. Да. А здесь подкладка что? Такая велюрчик, велюрчик мягкий. Ага. А самый большой какой размер? Они большие, они до 54-го, до 56-го. Ага. Классная, да, куртка. Ага. И расцветки еще другая, да, вот в таком другая плане? Модель. Да, девочки, вот автоледи, пожалуйста. Да и просто не автоледи, кто не любит длинные куртки. Смотрите, какая красота куртка. Цена, размер? 5,5. У них 3 размера. Они до 56-го. Они оверсайз. Его можно и свободно носить. Снизу затягивается. Угу. Это очень модненько смотрится. Да, да. И капюшончик такой прям богато бархатный. Смотрится. Бархатно, легкий. Ясно. Также есть туничка. Или как она правильно называется? Это тоже толстовка. Просто удлиненная, теплая. Ага. И цена? 3,5 размеры. Угу. Размеры до 48-го, чтобы свободненько было.
Ага. Также вот с кофе молоком, вот такая интересная такая кофта тоже. Размер и цена? 2000 до 48. До 48. Немножечко наверху такой маломерочки. Это более молодежные уже такие маломерочки. Вот молодежь, которая любит. Сколько такие тоже? 2500. Ну и вот здесь раз. Ну, в принципе, здесь кофты, девочки, мальчики, нужно мерить. Да, здесь по выбору, да, выбирать просто. Поэтому вы можете на видео увидеть одну кофту, а придете, вы уйдете совершенно в другой. Ой, штанишки какие штаны, прикольные. Костюмчик очень красивый. А, и этот кофта. А это мужской или женский? Женская. Женская? До какого размера? Покажу. Покажите, да, нам его. Вот такая она. Посмотрите, кофточка. Они в одном размере идут, широкие. Ага. Думаю, до 52-го пойдет. До 52-го. Очень модненькие. У меня у самой такие же. Вот, видите? Похоже. Звездюлька ходит. Ой, а какой у нее пуховик, я вам покажу. Вы вообще обалдеете. Да, классно. Да. Покажите нам свой пуховик, а то я прям... Я когда прохожу, я обалдею с этого пуховика. Давайте я вам покажу пуховичок. Смотрите, какой классненький. Так, ну-ка... Вот сюда, потому что отсвечивает. Во, посмотрите, какой классный пуховичок. Супер. Удобно, супер. Свободно на работе. Да. И покажите нам шапочки. Вот я обратила внимание на шапочки у вас такие тоже. Они у нас теплые внутри. Ага. С черепами. Вот такие. Ага. С черепами. Расцветки разные, да? Расцветки разные. Есть маски, анораки. Покажите маски вот эти вот, а потому что у меня их спрашивают. На манекене одета, там на нем видно красиво. А, давайте покажем маски эти. Вот, девочки. А сколько вот эти шапочки стоят? Шапочки 800, маски балаклава идет, вот такая, 300 рублей. 300 рублей, да? Угу. Вот такие вот масочки, кто спрашивал у меня, по 300 рублей. Так что заходите на линию. 1.05. ST6/1, павильон 05. И вам обязательно помогут одеться в южнокорейскую одежду. Да, Светлана? А вам спасибо большое.